Так, нутро сварочного аппарата МИГ ММА 310. Шенюан. Вот это сзади. Вот это. Спереди у него такая вот МИГ ММА 310. Вот внутри у него. Грязюка кругом. Так. Трансформатор тока как-то странно болтается. Так и должен, что ли? Ну, грязюки тут, конечно, не мерено. Движок. Плата управления. Плата индикации. Силовая плата. Мощный мостик. Это термодатчик. Надо, кстати, посмотреть. Термодатчик может в обрыве. А неисправность какая? Нажимаешь кнопку, ток сразу падает до нуля, и двигатель чуть-чуть дергается, и проволока останавливается. Такая вот неисправность. В общем, вот эту, где там она, видно, вот эту микросхему, ну, операционник 538, 358, поменял, ничего не дало, ну, подозрение было, вроде как поджаренное немного, а вот этот вот диод, вот этот возле кондера, вот этот диод. Вот этот поменял, и пошла подача. Так что сейчас буду вот эта плата, вот этот диод возле кондера. Вот этот. Сейчас буду проверять, уже варить.